Друзья, всем привет! Сегодня мы будем с вами есть свекла с чесноком, пюре и картошка. Ой, блядь, и картошка, и котлет. Друзья, вы не представляете, как я хочу жрать. Время уже 5 часов, я вообще ничего не ел, я как ушел 8, без 30 минут я ушел. В 30 минут 8 я ушел из дома. Утро. Устраивался, все там проходил. Только сейчас зашел, короче. Я просто есть хочу, как 100 китайцев. Ладно, давайте, друзья, всем приятного аппетита. Пюре с подливом тут. Там проходить столько всего это. Как в космос. Я утром-то что, бутерброд только съел с сосиской. Так бы не стал есть, потому что витамины надо было пить. Витамины на голодный желудок нельзя. Их можно, но врач советовал во время еды их пить. Лучше действует. На улице все белое вообще. Я утром шел, так ничего так вроде было. Потом у нас был этот инструктаж, короче, там техника безопасности. До 11:30. Написано до 11, сидели до 11:30 в итоге. Там просто школьники пришли еще, их человек 15. Ну, студент. А с ними же, знаете, они там сидят только, между собой ржут, отвлекают всех. Вот. Поэтому до 11:30 вышли. И такой мороз был вообще. Я говорю, утром теплее было. А сейчас шел вроде нормально. Не знаю, может кажется. Может и не кажется. Капусты не хватает. Так тут и так он вроде. Салат есть. Капусту потом без вас поем. Это вообще вкусное, как всегда. Салфетки взял тут, положу их сейчас под стол сразу. До конца декабря хватит, ноября. Что мне там осталось-то? Спецодежду получу. И пропуск, и все. Завтра сделаю все. Сука, заморгала. Лампа моргает. Видишь, что делается? Все время. Вам, может, не видно, хотя, мне кажется, видно. Она бывает сильно моргает. Бывает так себе. Я сегодня что-то плохо уснуть не мог. Спал 6 часов только сегодня.
Вкуснота. Еще та вкуснота. И это. Пюре, видишь, желтое. Куркума тут. Я пока дела делал. Света тут, ну, силовой понаделал вообще. Света молодец, чё. Сегодня такой выхожу. И такое это. По привычке очки поправляю. Но я не всегда что-то не знаю, как будто в мозгу, знаете. Скачок какой-то. Чип поправить надо. Так-то всегда такого нет, типа. Очки одеть, еще что-то. Привычка осталась. Вкусный день. Крошечки. Надо обязательно собрать. И место не тут, а тут. Блины. Блины, ты сейчас думаешь, с чем буду есть? Даже не знаешь. Вон такой вот сырок взял. Видно там? Такой вот взял. Кокосовый. Смотри, как сейчас делать-то буду. Вот так вот буду делать. Вот такой вот блин у меня будет жесткий. Вот так вот. Надо было еще так, да, Илон? А, кстати, сырков напокупал всяких разных со вкусом и на заворачивал. Вот тебе блины с начинкой. С разной начинкой. Там разные есть. С творогом, да, с смородиной, там чем хочешь. Да? Не, ну в смысле, обычно просто с творогом, со смородиной. С малиной, кстати, вот с кокосом вкусно. Сейчас еще один съем с другим. И последний не буду есть, потому что хватит. Вкусненько. Такое еще. Магнитовски. Глазированный. Самый дешевый. Какао это беспонтовый. Какао, какао, ко-ко-ко. Надо было вот так как-то заворачивать. Чик-чирик, вот так. Вот это, кстати, с какао его ешь, там, я не знаю, она так плохо, это паста там какая-то жесткая, она так жуется, непонятно. Непонятно она какая-то какая. Какая-то непонятная. Как шпаклевка какая-то, жесткая такая, вязкая. Не знаю, как объяснить. Да так себе. Вот тот лучше был перед этим. Но елся вообще, короче, жестко.
Ну так бывает, наемся, Свете говорю, все, сегодня больше не ем. Сейчас часа полтора пройдет, как будто и не ел ничего. Как будто снова хочется уже поесть. На, просто, когда жрать сильно хочешь, пол-литра воды просто всосать сразу и все. И потом просто съел, ну, один блин и наелся. Поэтому все было очень вкусно. Всем спасибо, кто меня смотрел. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем спасибо за просмотр, друзья, и всем пока!